Сегодня я хочу рассказать вам о жизни в Вологде и стоит ли ехать жить в Вологду и вообще просто рассказать свой опыт. Давайте по примеру видео с Мурманском я сначала расскажу о климатических условиях. И климатические условия таковы, что, ну, вроде как мне показалось, что здесь нормальная весна, нормальная зима, нормальная осень, нормальное лето. Либо нам просто так повезло, но мы приехали весной, было дождливо, но было тепло. Мы приехали сюда 17 мая, я была где-то, помню точно, в майку и в лосины. Это было, ну, это тепло, потому что... в Мурманске в это время мы еще ходим в куртках, и вообще еще холодно очень, вот, и снег лежит, самое главное, вот, значит, что, лето было теплое, зима, мне вот сейчас уже январь месяц, еще таких сильных морозов не было, мне кажется, что зима здесь теплая, комфортная абсолютно, ну и осень, вообще я очень в восторге от осени, рассказ на самом деле о климатических условиях, потому что здесь такие же климатические условия, как в Центральной России, Москва, там Ярославль, абсолютно похожая погода. Много солнца было летом, очень много, зимой поменьше, но летом было очень много солнца, поэтому это для меня самое главное. Мне важно, чтобы летом было солнце светило, чтобы было тепло, и вообще, чтобы не было там сильных каких-то ветров. Это все было. Моим требованиям лето отвечает нормально. Что касается коммунальных платежей в Вологде, то ну вот у нас дом с газовым отоплением, это очень дешево, это где-то около 1500 зимой, летом, и где-то около 2,5-3 зимой. Вот, в квартире тепло, пока что я вижу плюсы только вот этого газового отопления, мне прям вообще нравится. Вот, что касается снять квартиру, то здесь однушки 10 тысяч примерно, 10-15, ну по-разному на самом деле, я даже видела однушки здесь за 35 тысяч рублей, ну то есть это зависит от квадратов, от обстановки, от ремонта, от дома, где он расположен. Все имеет значение, но в принципе так нормально. Что касается менталитета. Менталитет, я не хочу никого обидеть, да, как бы вот, но менталитет мне, ну, я вижу, что он другой. Например, по сравнению с тем, как я жила в Мурманске, для меня, конечно, есть разница, потому что здесь более простецкий какой-то такой менталитет, знаешь, когда люди могут не здороваться, когда ты заходишь в магазин. Во многих здороваются в торговом центре, например, а если какие-то такие магазины, то люди могут не здороваться, когда заходит клиент. Люди могут разговаривать на «ты». Вот это вообще для меня, то есть, когда я там, например, зашла в какой-то салон красоты и говорю, там, знаете, а у вас там может кто-то сделать, там, она, ну, знаешь, ты там это, подойди, то есть, ну, вот так вот со мной разговаривает, я не пришла в этот салон обратно, потому что, ну, не знаю, мне, короче, для меня это неприемлемо, я вообще стараюсь с любыми людьми, любого возраста, даже если это моя одногодка или младше меня, стараться говорить на «вы», потому что, ну, уважать там других людей надо, правильно? Вот, ну, если человек говорит, слушай, давай на «ты», я говорю, ну, давай на «ты», то есть, ну, вот тогда меня устраивает. А если говорим мы постоянно, ну, как бы, стараюсь на «вы» разговаривать, и человек видит, что я разговариваю на «вы», и он старается также на «вы» разговаривать. А вот попадаются очень много людей в Вологде, которые разговаривают на «ты», имеют свойство тыкать вообще, в принципе, спорить, знаете, напоминает, когда на рынок приходишь, раньше, там, в какие-то там 97-е, начало там 2000-х, я помню, что мы приходили на рынок, и вот мы с торгашками все вот переговаривались там, да, что нет, ты мне сбрось, нет, я там везла, старалась, нет, ну давай вот по такой цене сойдемся. И вот примерно такие же разговоры здесь, только не касается, там, например, покупки чего-то, да, а просто, в общем-то, жизни. Вот, еще мне не нравится совсем здесь, что люди позволяют себе, родители, прям на детей ругаться на улице. Вот, дома ругайте сколько хотите, кричите, там, не знаю, делайте что угодно, короче, как бы я этого не вижу, мне это не важно. Но когда это делают на улице, для меня это всегда дико, я все так раз
И мне как-то, я не знаю, как себя вести в такой ситуации. То есть мне непонятно, почему человек кричит просто вот сейчас там на свою дочь или на своего там сына, там, на своего ребенка. В общем, я не понимаю этого. Вот, потому что в моем городе так не принято. Или вообще даже здесь просто, когда идет там, например, семейная пара, да, там, ну, или не семейная, без разницы, и они идут и на всю улицу просто друг у друга матом кроют. Для меня это ненормально, неприемлемо. И если кто-то в Вологжане смотрит, я не говорю, не хочу обидеть вас всех, я хочу донести, что, ну, такое я вот встречаю, такое вижу, для меня это кажется дикостью. Но, в общем и целом, вологодский народ мне нравится именно за счет своей простоты. Простота, она притягивает на самом деле, потому что чем человек проще, тем тебе легче с ним общаться, ты чувствуешь себя комфортнее, быстрее. Вот. Но все-таки простота должна иметь какую-то там меру, да, вот грань, которую не стоит переходить. Вот я сторонник этой меры. Что касается общего облика города, то мне город нравится, мне он вообще, вообще прям пришелся по душе. Он, мне кажется, очень, ну, не то чтобы очень красивый, мне нравится центр города, Кремлевская площадь, Кремлевский сад. Я не знаю, я могу там сидеть вообще все лето. Вот я там очень много времени проводила, и мне кажется, я могла бы там сидеть все лето просидеть, прокататься там на велосипеде. То есть, ну, мне действительно очень нравится. И город мне нравится, мне нравится то, что он не грязный на самом деле, он не утопает в мусоре. Я очень часто вижу, что люди пишут в онлайн-вологде о том, что город утопает в мусоре. Мне в любую группу любого города зайди, и там будет это написано. Но вот, может быть, я живу в таком районе, в котором все убирают ежедневно. То есть у нас ежедневно забирают мусор, я вижу это, у нас всегда мусорки чистые, и я не вижу прям мусора. Я не вижу на улицах, как ну, разбросан мусор. Например, по сравнению вот даже с тем же Североморском, у нас там вот я снимала влоги и показывала, что вот прям мусор валяется, что все тает и весь этот мусор лезет. Здесь как бы я этого пока еще не видела, чтобы мусор был. Вообще везде стоят урны, очень много мусорок, везде стоят пакеты, ну, чтобы вот так вот убирать. Дворники убирают, снег чистят, то есть все это меня устраивает полностью. По поводу медицины сказать тоже пока ничего не могу, но вроде как она здесь тоже не особо прям. На самом деле в России трудно, наверное, найти хороших врачей. Врачей и медицина, наверное, в каждом городе хромает, но в любом случае, по-любому есть врачи, которые нормальные и которые тебе в любом случае помогут. Вот. Мне очень нравится здесь отношение к детям со стороны, я так понимаю, властей, потому что здесь все есть для детей. Есть площадки, есть магазинов очень много, есть всякие какие-то развивашки, скорочтения, всякие эти школы какого-то дополнительного там образования. Какая-то здесь вот у нас интерактивная какая-то школа. То есть очень-очень много всего для деток есть. Это мне нравится, потому что на самом деле приятно находиться в городе, в котором ты понимаешь, что на твоих детей не безразлично людям. Вот я вот, например, этого для себя не замечала, но когда я скидывала подруге какие-то фотографии города, она везде отмечала, что здесь вот есть пандусы, чтобы с коляски можно было спустить. То есть это тоже очень удобно. Не во всех городах это есть, но, возможно, вологжане это не ценят. Поэтому вологжане, кто будет смотреть, цените это. На самом деле реально есть не во всех городах. И ваш город не настолько плохой, как мне написали в онлайн-вологде, что это просто жесть, что это деревня, что отсюда надо валить, что все валят, а вы что-то приезжаете. Там вообще показал народ себя очень злым, но я все же считаю, что город достойный. Да, что вы хотите от города с населением в 300 тысяч, да, как бы вот тоже надо это помнить. Когда я очень много слышала раз здесь, что люди сравнивают Вологду и Ярославль, что вот типа вон в Ярославле все есть. Но я считаю, что нельзя сравнивать Вологду и Ярославль, потому что Ярославль это почти миллионник, там 600 или 700 тысяч населения, а здесь всего 300. Когда здесь будет население 600-700 тысяч, наверное, он Вологду тоже неплохо расстроится. Но на самом деле у вас, на самом деле в Вологде хорошо, строятся постоянно новые дома.
Это очень важно. Строятся, они, в принципе, доступны по жилью, но все-таки не могу сказать, что прям дешевая квартира, но все-таки, например, если выбирать в Мурманске купить или в Вологде, то, наверное, все-таки купила бы в Вологде, потому что здесь хотя бы новостройки. В Мурманске новостроек там, да, нет. Вот, строятся дома. Мне нравится. Мне в общем и целом город нравится, и жизнь здесь нравится. Вот за то время, которое я здесь живу, да, я живу здесь меньше года, пока, наверное, не узнала всех плюсов и минусов этого города. Но могу сказать точно, что мне не нравится. Вот не нравится, я это вижу уже прям таким красным пятном перед глазами сияет. Это транспорт общественный, конечно. Общественный транспорт здесь... Ну, просто печаль. Если в Мурманске в общественном транспорте даже есть Wi-Fi, то здесь вообще общественный транспорт хоть бы доехал, хоть бы он не сломался на половине пути, потому что у нас столько ужасный автопарк, просто жесть. Я летом ездила несколько раз на автобусе, и каждый раз это были грязнючие, какие-то потасканные, дребезжащие, там вообще капец-капец автобусы. Вот, ну, правда, это стыдно. Для города с населением в 50 тысяч это еще нормально, да, как бы, ну, если такие автобусы, что там, 50 тысяч населения, как, откуда деньги брать, да? Но здесь население 300 тысяч, окститесь, где нормальный автопарк, реально? И еще и такой дорогой проезд, я сейчас не знаю, увеличился он или нет с Нового года, но 28 рублей за вот эту вот чепыхалку, ну, я не плачу, я и хожу пешком, потому что мне вообще страшно ездить на таком автобусе. Короче, жесть. Ну, я думаю, что мэр города, конечно, в курсе всех имеющихся проблем. Вот, еще я смотрела видео про Вологду, и там вот приезжал какой-то урбанист и говорил о том, что очень много рекламы в городе, и что вот на площади Кремлевской не надо включать музыку, то есть она там типа отпугивает вообще. На самом деле вот на Кремлевской площади, мне кажется, не мешала бы на самом деле музыка, но какая-то вот классическая. Мне понравилось, когда я была зимой, подходила к елке и играла Jingle Bells, то есть, ну, как бы это какая-то атмосфера, это прикольно. Но согласна, что вот очень много рекламы, если висит, да, баннер, 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 что это не очень как бы красиво, особенно, что здесь исторические все-таки такие места есть, дома. И когда не завешены все рекламы, это, конечно, не очень хорошо. Вот, но мне это не мешает, так вот скажем, что как-то я нормально к этому отношусь. Насчет дорог, здесь не самые плохие дороги, которые существуют. Я видела хуже, я видела лучше, но здесь не самые плохие. Во дворах, да, встречается такое, что даже пройти не знаешь как, не то чтобы проехать. Вот, но это в каждом городе, не хочу это конкретно ругать Вологду за это, потому что это такие проблемы есть в каждом городе, все зависит от бюджетов, я это понимаю. Вот. Мне не нравится здесь еще вот такая ситуация с велосипедистами. Я сама велосипедист, я сама пешеход, я собачник, да, как бы, и я вижу какие-то вот такие вот, замечаю то, что здесь не придерживаются люди правил. Вот, если вы смотрели видео, стоит ли ехать жить в Мурманск, то я там говорила о том, что в Мурманске цивилизованный город, все знают, что такое правило, да, и живут по этим правилам. В Вологде это 50 на 50, потому что что-то соблюдается, что-то нет. Например, велосипедисты считают, что они могут переезжать пешеходный переход, хотя они не могут, потому что, ну, блин, правило есть правило. Просто слезь с велосипеда и проведи его реально. Давай шибем кого-нибудь здесь, да? Вот, то есть я сама велосипедист, я перехожу, слезаю с велосипеда и перехожу этот переход. И считаю, что так должны делать все.
Вот, потому что это правило. Когда идут там с собаками, например, тоже собаки должны быть на поводках. Блин, ну это логично, что ваша собака может не кусается, а моя может кусается, и ваша собака подбежит к моей, и она загрызет вас. А потом вы будете мне говорить, что вот ваша собака мою собаку покусала. Так поводите на поводке, как положено, потому что есть такие правила, понимаете, у всех собаки тоже бывают разные. Вот я, например, не хочу, чтобы мое личное какое-то пространство, да, нарушалось, и не хочу, чтобы нарушалось личное пространство моей собаки. Вот, моя собака привита, я за ней ухаживаю, откуда я знаю, какая у вас там собака, да, то есть вот эти все моменты нужно задумываться о других людях, и когда ты задумываешься о других людях, то, ну, как бы, жизнь будет проще на самом деле, вас никто не будет трогать, и их никто не будет трогать, да, другую сторону, все будут жить нормально. Вот. По поводу автомобилистов, это вообще отдельный разговор. Первый момент, который мы приехали, когда мы заехали в Волгу на машине, мы переехали, я сразу же офигела, мы просто вот так ехали. Что происходит? Что происходит? Почему люди в Вологде не знают, что такое поворотник? Ребят, ну реально, ответьте мне на этот вопрос. Вы что, не знаете, как эта штучка включается? Или у вас вообще ее нет? Просто объясните, почему? Почему, когда мы едем, я хочу понимать, куда едет машина. Ну, муж мой, когда сидит за рулем, он хочет понимать, куда едет машина. Мы, когда заехали, мы офигели. Такой бедлам просто вот так вот все ездят, непонятно. Сейчас, когда мы уже прожили здесь там 7 или сколько там месяцев, даже больше уже мы прожили, нам легче. То есть, да, мы уже привыкли вот в этот вот ритм, вошли, но когда я все-таки иду как пешеход, да, и вот машина поворачивает, на самом деле она едет, а я иду спокойно, я вижу, что у нее поворотник не включен, я иду спокойно, тороплюсь, а он потом, знаете, без поворотника также поворачивает и еще пибикает мне, давайте побыстрее, а я ему говорю, типа, что быстрее, поворотник включи, вот, ну, реально, где твой поворотник? Ты должен оповестить заранее и меня, в том числе, и другие машины о том, что ты едешь сюда, вот, ну, блин, не мне рассказывать вам вот эти все правила очевидные на самом деле, но это дико раздражает. Вот меня, человека, который в принципе такой, знаете, я люблю, чтобы все было идеально по правилам, перфекционист, может быть, ну, не, конечно, не прям пипец я перфекционист, но я все-таки люблю вот эти вот правила. Поэтому для меня это, конечно, пипец. И я вот даже могу специально просто замедлиться еще больше, и мне пофигу, ты там хоть стой, распибикайся, хоть клаксон себе сломай, я вот буду идти специально медленно, потому что ты поворотник не включил. Вот, это, знаете, как из серии накипело. Вот, ну, в общем и целом, мне Вологда нравится, то Вологда мне очень нравится. Несмотря на ее какие-то там недостатки, для меня это все-таки мелочи, потому что это все зависит от людей. И я уверена, что если люди захотят, они сами это исправят, да? Вот, но все же мне город нравится. То есть, ну, здесь зелено, вот летом здесь просто, ну, настолько красиво. Мне очень нравится, что город очень близко и к Ярославлю, и к Москве, что можно, в принципе, съездить так вот на выходные, что в городе, в принципе, все есть. Так, ну, тут нету там магазинов типа H&M, там, Zara Home, вот. Но все это есть в 200 километрах. То есть в Ярославле это все есть, это можно доехать, что там 200 километров, это вообще... понты. Вот. И если кому-то очень сильно хочется, я думаю, что они туда съездят и купят. Ну, а так все основное здесь есть. В любом случае, существуют интернет-магазины, по которым ты можешь это заказать. Вот. Что касается цен, то цены здесь, ну, такие средние, меньше, чем мурманские, меньше, чем краснодарские. Мне так показалось. Вот. Ну, в общем, здесь жизнь, ну, такая более дешевая, чем мы привыкли жить, но на самом деле для вологжан, если смотреть со стороны приезжих, да, а если смотреть со стороны вологжан, то офигели все гнут цены, ну реально, потому что зарплаты здесь не такие высокие, зарплаты здесь, ну вообще работу здесь найти хорошую очень сложно, то есть... Ну, не знаю, вот я сколько смотрела Авито, когда я приехала, я хотела устроиться на работу, я смотрела ХХРУ, я смотрела Авито, я смотрела всякие группы с работой в, ну, ВКонтакте. Ну, короче, искала работу, да. И работа, которую я видела в объявлении, это было там, не знаю, продавец
секретарь, не знаю, там, риэлтор. Да, короче, любые вообще профессии берешь, зарплата 15-20 тысяч. 15-20 тысяч – это вообще что за зарплата? То есть, ну, для меня это, при том, что ты тратишь там с плавающим графиком 6-1, да, 6 дней работаешь, там, 1 отдыхаешь, или 3, нет, 4 через двое, ну, 4 работаешь, 2 отдыхаешь. Ну, то есть, если при такой большой загруженности достаточно, да, ты получаешь копейки. И я не понимаю, почему волокжане получают копейки, почему это они недостойны больше зарплаты, да, например. Вот, это что касается, мне кажется, всегда любой город тоже жалуется на зарплаты, вот, но волокжане, я считаю, что действительно, они, ну, реально сложно найти нормальную работу. Тут надо прям крутиться, чтобы что-то иметь, вот. Ну и, соответственно, цены не могут быть высокими, там, ну, настолько высокими, какие они здесь есть. Да, здесь все равно дешевле там одежда, дешевле продукты, вот, дешевле мебель, там, ну, какие-то такие вещи, да, дешевле. Ну, например, ремонт не дешевле делать. Даже, я бы сказала, очень-очень дорого, дороже. Большинство все-таки цен завышены для этого города, либо зарплаты занижены. И вообще проезд не может стоить 28 рублей с зарплатами в 20-25 тысяч рублей. Ну куда вы что? Если каждый день ездить на работу, да, туда-обратно, это капец какая сумма выходит. Ну, реально, я не думаю, что здесь 28 рублей стоит автобус. Потому что на тот момент, когда я уезжала с Мурманска, в Мурманске стоил 28 рублей автобус. Сейчас должны были с 1 января повысить, но я не знаю, так как я не езжу, я стараюсь ходить пешком. Вот реально. А по поводу продуктов, давайте уже скажу, что продукты здесь вкусные. Многие говорят, что вот здесь такая дрянь, ой, вообще этот колбасный завод скатился, молочный завод скатился, вообще все ужасно. А мы приехали, такие, нифига себе, как вкусно. Потому что мы ели еще хуже. Вот, потому что мы ели вот такие деревянные помидоры, потому что мы не видели там нормального масла, нормальной молочки. Ну, блин, вообще это все познается в сравнении. И знаете, вот эти люди, которые мне писали, вот волокжане, да, которые писали, я писала в группу онлайн Вологда, типа, стоит ли переезжать, там, туда-сюда, и мне начали все писать, что все плохо, вообще в городе все плохо. Вот, и вот эти люди, они, наверное, просто не выезжали за пределы города. Вот, потому что если бы они пожили где-то в других местах, то они бы не в Москве и не в Ярославле. Не надо сравнивать Вологду с большими городами, которые почти миллион. Миллионник, либо миллионник. Нельзя сравнивать такими городами. Живели, пожили в Вологде, переедьте, не знаю, там, какой-то город похожий на Вологду, типа там Мурманск тут же. Какие-то вот такие маленькие города, в которых нету населения там в миллионы. И тогда все будет познаваться в сравнении. Потому что я знаю, как живут мурманчане. Я знаю, как живут оренбуржцы. И не понаслышке знаю. Я знаю, как живут краснодарцы. И теперь я знаю, как живут волокжане. Волокжане живут неплохо. Волокжан, да, маленький ЗП. Вот. Но, в принципе, жизнь здесь не настолько плохая. Очень нравится в волокжанах то, что у них есть культ семьи. Столько детей, сколько я вижу в Вологде, я не видела нигде вообще. То есть я привык, что у нас не так много детей там в Мурманске, да. То есть да, рожают вроде, ну как бы не видно этих людей, детей не видно. А здесь, ну там с колясками одна, вторая прошла, ну как-то так. Мало, короче, я все это увидела. А здесь вот я как только мы приехали, я сразу офигела, что там площадки, там детворы миллиард. Там площадки, там детвора, мама идет возрастом с меня, у нее трое детей. Я вообще иду и... Как бы такие моменты, что здесь культ семьи очень сильно продвигается, и это не может не радовать, потому что семья это самое главное. Вот, ну еще бы, знаете, вот не ругались мамочки на своих детей на улице, вообще было бы хорошо. То, что ругаются там дома мамы там на детей, да все понятно, и уроки там они плохо делают, и клянчат чего-то, ну, можно наругать. Но, знаете, на улице это выглядит просто отвратительно.
В общем, такое получилось балмошное видео, потому что у меня постоянно сидит, мигает камера, что она разряжается. Вот, но я думаю, что вы поняли мой настрой. На самом деле он позитивный. И даже несмотря на те недостатки, которые я вот изложила, я просто, знаете, на них не смотрю так сильно, как на недостатки, потому что я в надежде, что люди, каждый начнет с себя, и все будет нормально. Вот, и если хотя бы один волокжанин, если ты, волокжанин, смотришь мое видео, то я очень тебя прошу, если у тебя есть автомобиль, включай поворотники. Это самое бесячее в волокжанах. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте свой классик, и всем пока-пока.